Здравствуйте, на канале «Как заработать деньги в интернете». Сегодня мы поговорим о очень интересном проекте. Мы уже об этом слышали. Этот проект называется Vulkan Running, то есть старый проект. То, что Vulkan как был. Как видим, да, в посте, что Vulkan Running, вас, что нужно быть в основном проекте Vulkan. Ссылка, указываем код при регистрации и скачиваем Vulkan Running. Итак, Vulkan Running остается полностью бесплатной игрой, без каких-либо требований для входа, каких-либо специальных NFT или плата. Новая версия связана с непосредственно с основной приложением Vulkan, позволяя игрокам зарабатывать в Vulkan Game и Masberries. Геймплей и прост, скажем так, приятен, бегите, хватайте кристаллы. Ну, в общем, все здесь, максимально все прописано. Не буду об этом зацикливаться. Ну а дальше уже установку перейдем с самого смартфона. Итак, вот наше приложение Vulkan Running. Начинаем устанавливать этот Vulkan. Сейчас установим. Итак, загружается данное приложение. Итак, когда мы вот только вот попали, мы начинаем вот так вот играть. То есть играем и зарабатываем там определенные монетики, билетики и так дальше. То есть нужно прокачиваться, улучшаться, сейчас покажу, потому что там впереди нас ждет противник определенный. И стараемся как чем побольше набирать вот этой вот мощности, как говорится. Плюс 40, здесь минус 10, здесь плюс 10. Вот мы набираем. Есть вот такая вот стена. И как видим, пробиваем, да, он вырастает. И идет борьба определенно. И вот так вот, вот Vulkan сейчас на данный момент, и мы клеймим вот постоянно то, что я говорил вам. Например, нужно нажать на клейм, идет реклама определенная, как видим, 20 секунд, бывает с таймером, бывает без. Нажимаем на крестик, так, назад, и потом нажимаем next. Ну и все, и таким вот образом мы прокачиваемся, улучшаем наш уровень. Вот как видим, здесь монетки фри, бесплатно. Вот я уже прокачался до 5 уровня и опять играем. То есть вот так вот выглядит игра, с каждым разом все сложнее и сложнее будет все это проходить, но пока все сложности как такой явной я пока не наблюдаю на данный момент. Волки не качаемся, монетки получаем определенные, вот эти вот все, что можно было прокачать своего Vulkan. И таким вот образом мы качаемся. Все, вот мы прокачались и пошло. Пробил, выросли. И естественно, есть возможность еще раз. Все. Как видим, опять клеймим. И таким вот образом мы выкачиваемся. Что еще хотел добавить, что вам нужно будет сгенерировать. Тут будет нажать на кнопку, вы сгенерируете тот Vulkan старый с новым. И потому что если вы будете играть с самого начала просто без генерации этой, то оно не будет вам насчитывать. Как видим, я уже два раза сыграл, выиграл. И вот есть chest to open box. То есть мы получаем такие вот билетики, 10 билетиков нужно выиграть. Тоже все банально просто, все то же самое. Вот. И начинаем играть. Как видим, есть определенная энергия, за которую, с помощью которой мы можем определенное время заходить и играть. Тоже есть Vulkan, как видим, да, то есть Games, Miss Berries, то есть все банально просто, все очень интересно. Так само боксы, да, видим, что может выпасть и Vulkan, и Miss Berries, геймы, то есть ран, кристаллы, то есть много чего интересного, различные боксы. Так что играем, зарабатываем, пробуем вывести. Игрушка довольно интересная, все помнят сам Vulkan, так что ссылка будет в описании, код тоже. Вот, и также подписывайтесь на наш телеграм-канал, там намного больше всего интереснее. Всем спасибо за внимание, не забывайте ставить лайк, комментарий для продвижения данного ролика. Всем пока, хорошего профита.